сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Московской области задержаны четверо мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. Полицейскими установлено, что трое граждан Республики Украина в арендованном в Подмосковье доме оборудовали лабораторию для производства наркотиков. Изготовленные запрещенные вещества они сбывали бесконтактным способом на территории Московского региона. В ходе наблюдения оперативниками был зафиксирован факт закладки наркотиков в лесном массиве вблизи поселка Поварова. Некоторое время спустя к тайнику подошел молодой человек, который был задержан в момент извлечения наркотического средства. И им оказался ранее судимый 26-летний житель Нижегородской области. При личном досмотре у молодого человека был обнаружен полимерный сверток с веществом серого цвета. Проведенное исследование подтвердило, что оно является производным наркотического средства N-метилофедрона массой около 700 граммов. При обыске в подвале арендованного злоумышленниками дома сотрудниками полиции изъято почти 2 килограмма аналогичного вещества в трех свертках и трех колбах, а также прекурсоры, весы и записная книжка. Позднее в одном из гаражей в городском округе Истра оперативниками найдено еще около 30 килограммов наркотического средства, упакованного в свертки из свыше 250 литров химикатов. Следственными органами подмосковной полиции были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается.